У французов есть Жаплу, лошадь, которая благодаря своему владельцу и всаднику выиграла все соревнования по конному спорту, включая олимпийский турнир. Оказывается, история знаменитых породистых жеребцов не менее захватывающая, чем история о героях давно прошедших дней. Венгерские мастера экрана повествуют о Кинчиме, грациозном, сильном и стремительном победителе скачек. Время действия 19 век, поэтому нам сложно было с натурными съемками, пришлось искать подходящие объекты в разных странах. Значение имеют даже крошечные детали, вроде орнамента здания, манеры носить тросточку и дамской прически. Эта костюмная драма и аутентичность играет одну из главных ролей. Кинчим участвовал в 54 состязаниях, из каждого из которых он вышел победителем. В фильме нашлось место не только скачкам, но и темпераментной любовной истории, а также соперничеству между двумя главными героями. Тут еще важен бунт. Бунт, в том числе против вкусных уже в тот момент травов и традиций Габсбургов. Там речь идет и о том, что отец моего героя убит во время восстания, и я хочу отомстить за его гибель. И единственной возможностью взять реванш мне остается победа на скачках. Мой герой закоренелый грешник. Он многое выиграл в результате тогдашних исторических катаклизмов, заняв важный пост президент имперского королевского общества скачек. Он при всех его недостатках очень любит выигрывать. И главное, он привык быть победителем, говорит исполнитель одной из главных ролей. Но жизнь решает иначе. Лента, пусть и рассказывая о событиях полуторавековой давности, обращается к сегодняшнему дню и к сегодняшним эмоциям и чувствам. К настоящему времени фильм стал самой дорогой продукцией венгерской кинематографии. Его смета составила более 10 миллионов евро. Но даже этот крупный бюджет нам все равно не давал возможности развернуться. Мы считали очень тщательно, потраченные деньги использовали с аккуратностью. Разумеется, соревноваться с американскими бюджетами было совершенно бесполезно. Да мы и не ставили перед собой такой задачи, говорит режиссер-постановщик. Лента выходит на экраны в будущем году.